Сейчас, ребят. Так, в эфире. Мне пишет, что в эфире. Так, все. Вижу. Ребят, пишите вопросы. Кто хочет что-то спросить, если если кто-то хочет что-то спросить, можете. Можете на ютубе спрашивать, можете здесь спрашивать в ВК. И я поотвечаю. Добрый вечер. Да, и я бы хотела сразу же сказать, ребят, здорово. Я не видела, что такие смайлики здесь есть ребята мне пишут, как присоединиться к тому, либо к новому марафону, посмотреть какие-то эфиры. Вы можете к любому марафону присоединиться на любом этапе. И для вашего удобства мы еще сделали кому-то неудобно где-то в каких-то соцсетях, мы сделали, что можно будет смотреть эфиры, марафоны, который уже есть в записи на, на в телеграме вот можете как в бусте так и в телеграме привет макс присоединяться спасибо за сердечки прям очень приятно вот. а я сегодня хотела раскрыть эту тему не просто так у разбитого корыта хотела ее раскрыть именно потому что мы очень часто не видим и не замечаем тех вещей, которые происходят с нами. И э, все время находимся в состоянии в таком, что мне, пожалуйста, от таблеток, от жадности, да побольше, побольше. Вот. И это э, касается, к сожалению, в большей или в меньшей степени э, практически каждого. И э, это настолько, настолько сильно отражается на вашей жизни, что вы не видите той сути, что скрывается под, под акцентом, куда вы направляете внимание. Ведь сейчас очень много идет такая тема, что куда ты направляешь внимание, то и есть в твоей жизни. Что, ты, что есть внимание, то и есть твое. Но очень часто мы так привыкли находиться в какой-то в одной позиции самого себя, что, к сожалению, не видим других аспектов, которые проходят в нашей жизни. И помимо того, что мы их не видим, еще и вот эти вот пресловутые фразы «ты есть внимание», «куда ты направляешь внимание», и внимание пытается направить в какое-то в искусственную благость, которая не по сердцу, но это вроде бы хорошо, это общепринято, это еще что-то. И ты за этим всем теряешь себя. Теряешь себя, не можешь найти себя, не можешь увидеть, прочувствовать, а что же происходит в твоей жизни. И на эту тему меня натолкнула одна девочка, с которой была консультация. Ну, девочка, это в смысле не мальчик, неважно, сколько, какой возраст, да, мы все остаемся, мы все где-то глубоко внутри пытаемся найти своего всегда ребенка. Потому как только ребенок может быть, может постоянно, точно, у меня даже сын чихнул, <постоянно>, постоянно находиться в состоянии здесь и сейчас. Он не думает, что было под, до, он не думает, что будет после. Он наслаждается тем моментом, что сейчас происходит. Вот мы сейчас с сыном пришли из гостей, и они там с девочкой делали какие-то из ватных спонжиков заматывали их ниткой, как-то антисептиком их обрабатывали и пускали вот эти вот играли с вот этими огненными шарами. Вот. И они не думали о том, что, о каких-то моментах, что у них закончатся эти спонжики, что их нужно будет сходить взять, что их нужно будет купить. Этот антисептик, там еще что-то. Они были в моменте. И если мы прослушаем себя, послушаем свое внутреннее я, то очень часто мы как раз и стремимся к этому состоянию, состоянию детства здесь и сейчас. Но за социальными нормами, которые взрастили в нас, мы не всегда можем прийти к этим моментам. И как раз вот о чем я начала, говорить это о том моменте, когда у меня была консультация с девочкой, с женщиной. И на каком-то этапе мы с ней общаемся, и я говорю, вот это. А она говорит, ну это понятно, а вот это-то где? И я понимаю, что от меня ждут инструкцию. Ждут инструкцию того, что я уже проговорила. И очень часто бывает, нам же всегда весь наш мир, неважно в лице кого, в лице своих близких, в лице своих родственников, в лице коллег, в лице каких-то природных, либо погодных условий, нам всегда раскрываются все грани бытия каждый момент нашего существования. И то, что мы не можем это взять, это же не от этого зависит, а это зависит только от нас, насколько мы готовы, к чему мы готовы. То есть если я могу дать вагон чего-то, а вы ко мне придете с пакетиком, то вы и унесете этот пакетик, вы не унесете вагон, что я вам дам. И очень часто люди бывают идут, возьмут с собой маленький пакетик. И идут и думают, вот я сейчас, как возьму этот вагон, как этот вагон я и, и туда дам, и сюда сделал, и то сделал, и все сделал. А когда в результате ты можешь взять только вот это, у тебя идет разочарование. И у тебя разочарование идет не к самому себе, а разочарование идет всегда к тому человеку, потому что, ну как ты можешь на себя обижаться, но ну, вроде как я же вроде все сделал или сделала, неважно. Это тот мне не додал, это тот мне не, не так сказал, не так высказал. И я задала простой вопрос. То есть я, я говорю, говорю, я понимаю, что меня не слышат, то, что я говорю, человек не готов. И когда мы начали с ней говорить, я говорю, а что ты хочешь? Она говорит, ну я хочу духовного роста. А что для тебя духовный рост? Какие критерии духовного роста, чтобы мы с тобой говорили об одном и том же? Что такое духовный рост? И тогда она сказала мне, Я а, хочу, чтобы я вот очень много хожу на какие-то там занятия, я знаю все чакры, я знаю там это, это. Я говорю, я вот не знаю ни одной чакры. Чакра, наверное, это может быть я кого-то обижу, но мне кажется, что это своего рода уход от самого себя, когда ты зацикливаешься на какой-то одной одной точки, которую с которой нужно произвести какие-либо манипуляции, раскрытие, закрытие, поднятие, там что это с этими чакрами делают, я не знаю, возможно они есть, я не отрицаю, но если вы будете смотреть это все в комплексе, то у вас отпадет э, желание рассматривать что-то одно, пододвигать что-то одно, потому что одна чакра она не может болтаться где-то в воздухе где-то в стороне она же она завис в зависимости от самого себя от вас от вас от от другой чакры от других каких-то воспоминаний о каких-то восприятий себя проживания себя и когда у нас не зашел разговор я говорю ну вот смотри тебе нужно сделать то-то то-то чтобы почувствовать свое тело мечела говорит я знаю свое тело а изначально пришла женщина ко мне спросить, как мне быть, то есть сначала, изначально вообще по смс -кам. Вот у меня онкология того-то, напишите, что мне, скажите, что мне делать. И, естественно, я ответила на эту смс сказав, что я не могу консультировать по смс по таким вопросам, по таким серьезным вопросам. И когда вы пишете смс по каким-то серьезным вопросам или по, каким, по какому-то вашим каким-то проживанием, прежде чем писать, вы подумайте, стоит ли это делать. Потому что иногда вы пишете текст, который там письмо целое. Оно бывает даже в, одно, в один текст не умещается. Вы пишете два письма. И мне его нужно прочитать. И я понимаю, что вот если вы вот это все написали, если вы выкладываете там пол своей жизни, в какое-то сообщение мне, но я же не могу на это сообщение ответить одним предложением. Это мне нужно либо такое же сообщение вам составлять, либо как-то с вами пообщаться. Вы же вы хотите просто это выплеснуть, просто это написать. Вы можете написать на бумаге. Если вы хотите решение этого вопроса, то оно же делается по-другому. То есть вы годами собирали свою жизнь из того, что у вас есть. И когда вы пришли к определенному моменту, где для вас наступил момент неразрешимости самого себя, момента, в котором вы находитесь, вы просите помощи от другого. Но от любого другого вы хотите, чтобы эта помощь была, чтобы она была, вам сказали, синяя таблетка во втором ящике слева. Ее выпиваешь, и будет все ок. Но такого же не бывает. Вы же понимаете, что нужно себя э, раскапывать там, где вы и начали себя закапывать. Это, как мне все время говорили, где вход, там и выход. И э, когда я задала уже вне, в, в какой-то раз вопрос, что нужно научиться чувствовать свое тело и когда мне в очередной раз человек спрашивает говорит я знаю свое тело и тогда я провела простой пример вот смотрите если я порежу пальчик я буду знать что у меня болит пальчик что он порезанный буду. А мне нужно будет обратиться к кому-то из вас, чтобы сказать, слушай, а ты не мог бы мне сказать, у меня порезан палец или нет, он у меня болит или нет от этого пореза? Мне же этого не нужно будет, я же буду знать. И когда я привела такой простой пример, мне поступил ответ, что, ну, как бы у вас же уже такой большой опыт, у вас же уже столько людей через вас прошло, просто поэтому я и спрашиваю. Я говорю, хорошо, тогда я подойду к хирургу и спрошу его, у меня действительно болит палец после пореза. И он мне задаст вопрос: а ты сама не знаешь, болит у тебя палец после пореза или нет? И мне ему нужно будет тогда ответить: но вы же режете людей, вы же вы у вас уже такой опыт большой, вам же лучше знать, что у меня происходит с пальцем. Понимаете, какие вопросы? И самое что интересное, когда начинаешь это рассказывать и так и с этой стороны и с этой стороны и так рассказываешь и так рассказываешь и человек тебе все равно говорит ну как бы ну расскажите мне ну дайте мне вот я я сижу с ручкой а, с листочком а вы мне не можете сказать что мне делать пошагово и это как раз о том а, говорится а, когда вы себе что-то придумали и ждете не от себя придуманного, потому что это воображаемое, а ждете от другого, что этот любой другой вам даст вот это вот воображаемое, то, что в вас не существует. Это то же самое, что когда вы приходите и говорите, вот я не могу, вот что такое быть без мысли, вот я не могу, у меня постоянно там столько мыслей в голове крутится. И когда вас выводишь на состояние, ну, не, не всех, конечно же, не всех. Когда выводится выводит это человека на некоторых людей на состояние безмыслия, и он какой-то период идет в безмысли, и потом говорит: Ну, а как бы, а и что дальше? Ну вот в безмысли я побыл. Но тебе дали же инструмент. Как ты будешь с этим инструментом работать? Это же уже твое? Тебе же уже показали, тебе открыли двери, показали вот это есть. Это то же самое, что я же могу показать только то, что я прожила. И все, вот это, э, как я, например, в своей квартире, в своем доме, неважно. Я в своем доме знаю, э, что у меня за каждой дверью находится. И когда ко мне приходят гости, я им говорю, вот за этой дверью вот это, вот за этой дверью вот это, за этой дверью вот это. И вам все вот это вот показываю. Как вы этим будете пользоваться, это ваше. Но то, что вам приоткрыли дверь, зайдете вы в эту дверь, не зайдете. Это же уже будут ваши действия. Откроете вы ее повторно, не откроете, это же уже будет ваше действие. Но вам уже показали, что есть дверь, ее можно открыть, а за этой дверью вот это. И очень часто бывает, когда дверь долго не открываешь, петли скрипят, да? И вот эти вот, когда петли скрипят, открываешь дверь, и вот этот скрип, но эти же петли скрипят только лишь от того, что ее раньше не открывали, ее долго не открывали, долго не смазывали петли. И в нашей жизни точно так же, когда вы долго не открываете в себе какую-то грань самого себя, у вас очень часто приходит это через боль. И я очень сейчас уже очень часто слышу от людей, когда вы идете к чему-то, через какие-то трудности, через какую-то боль, очень часто слышу от людей, что они говорят, ой, это так тяжело дается, видимо, это не мой путь. Мой путь всегда будет легкий, и вы разворачиваетесь и уходите. А потом через какое-то время, измучившись, уже по, ну, сходив и туда, и туда, и туда, начинаете искать себе проводника и говорить, а где мое предназначение, а где мой путь. И каждый человек, каждый там гуру, там еще кто-то, неважно, он тебе говорит, ну ты просто, ты иди, иди, это и есть твой путь, у тебя есть ноги. Ноги покажут твой путь, иди. А ты говоришь, нет, туда тяжело, тяжело значит не мое. Если идет какое-то сопротивление, значит нужно задуматься. Это не мое. А почему? Кто у вас вообще вот это вот э, вбил, что должно быть обязательно все в легкости? Легкость это же про другое. Это же не про то, что э, ты начал мазать масло, оно сразу же мягкое, как по горячему хлебу. Легкость это про то, как, какое отношение у тебя к этому. Это же не про то, что если ты пошел в гору, в гору тяжело, ветер, дождь, и ты такой, о, туда еще идти, добираться так тяжело. Нет, видимо, вот там, который дом на горе, видимо, это не мое. Я, я туда, вниз пойду. Легкость это не про низ. Легкость это про то, что ты идешь и благодаришь, что ты можешь почувствовать, что твое тело может двигаться что ты можешь почувствовать, что этот ветер тебя приветствует, что ты можешь почувствовать, что через тебя проходит дождь. Вот это легкость. Когда ты на каждом отрезке своего пути, ты чувствуешь, как тебе со всех сторон говорит эта плотность, что ты есть, что ты живой. Ведь только через какие-то трудности, через какие-то э, защемления, через какие-то э, давления мы все время чувствуем, что я есть, я живой, я нужен этому миру. И ты себя подталкиваешь, мир тебя подталкивает. Зачем ты все время пытаешься остаться у разбитого корыта? Ой, дайте мне это, а дайте мне это. А что вы мне тут показали без мысли? А есть у вас еще что-то? Заверните. А почему только без мысли? А я вот читал, что просветление это вот такая вот вспышка, и зеленая становится еще зеленее, а яркая еще ярче, а мокрая еще мокрее. Почему вы мне это не даете? А как ты, если ты это не берешь? Ты же не хочешь, ты же не хочешь учиться кататься на учебной машине. Ты же не хочешь учиться что-то, ты же хочешь сразу же сесть на, на, огромную большую машину, чтобы у тебя было все вот прямо так вот все вс вот все если если чего-то добиваешь то всего и сразу вся в бриллиантах и в пухах но где тогда путь-то если ты думаешь, что конечная, конечная точка, которая у тебя в голове, конечная точка сформировалась, если ты думаешь, что это и есть э, твоя цель, то дойдя до нее, ты не сможешь долго радоваться. Потому что ты не ощутил того удовольствия от этого пути. И только ощутив путь, ты можешь насладиться целью. Потому что до нее ты дошел только лишь потому, что у тебя был путь. Когда к тебе приносят что-то, ты этим можешь радоваться, но совсем недолго. А когда ты сам до этого дошел, ты понимаешь каждой клеточкой своего существования, что это такое. И я сегодня ребятам на марафоне как раз рассказывала такой момент, что сейчас очень много просветленных, пробужденных, еще кого-то, но очень светлых, очень милых людей, которые прям светятся, вот светятся, светится, присветятся, и сотканы-то они из любви, и дарят-то они любовь, и лечат-то они любовью, и все у них великолепно. И когда такие люди начинают писать. Комментарии становится смешно. Смешно не от того, что, э, э, что они пишут, а смешно, что где закончилась их э, светлость. Это я как раз говорю о том, что э, у меня есть у, у каждого, у каждого нас окружают определенные люди, да? И мне как-то э, мне недавно тут. Мой друг, с которым мы работаем, он мне написал: Свет, смотри, вот этот человек, ты человек ты видела, какой комментарий тебе там скинули под каким-то роликом. Я говорю, я не знаю. Он говорит, ты посмотри. Я посмотрела, говорю: ой, да, я и видела этот комментарий э, еще вчера, но прочитала и прочитала. Ну, такой не, не очень приятный. Он говорит: а ты видела, кто тебе написал этот комментарий? Я говорю, нет, еще раз заглянула. Вот. И увидела, что этот комментарий написал как раз тот человек, который позиционирует себя любовью, позиционирует себя Богом. И таких комментариев на самом деле очень много. И тогда получается вопрос, если ты весь такой божественный, если весь такой любовь, когда ты пишешь другому человеку какие-то не очень приятные комментарии, в этот момент что происходит? О чем ты думаешь? что тебе Бог шепнул на ухо, какой свет из тебя пошел или где твоя светлость закончилась. И в этот момент, ребят, очень важно отследить не что тебе тот человек написал, не что, не что тот человек сделал, а всегда акцент на себя. А что я хочу увидеть в этом моменте? Ведь потому что для меня, когда пишут комментарии, я вижу, что мои ролики, у меня же очень много негативных комментариев, мы их не удаляем чаще всего, если там нет прям какой-нибудь такой жескачевской или там брани какой-нибудь, мы их стараемся не удалять, потому что это же очень важно. Когда человек написал что-то под этим роликом, я понимаю, что вот какой-то фразой, каким-то действием, каким-то жестом, может быть, может быть, своей внешностью я в вышло из человека то, что в нем сидит. И это же великолепно. То есть, когда пишут какие-то комментарии, не очень приятные, это же не мне комментарии написаны, это же отражение того, что благодаря мне человек уже не стал гнить с этим, а у него вышло это наружу. И это тоже один из приятных моментов. И это тоже из тех моментов, где... Вы можете понять, что опять же, как вам вся Вселенная дала возможность высказаться, увидеть, проявиться, чтобы у вас это не сидело, чтобы вас это не раздражало, а может быть, кому-то подыграть в чем-то. И это тоже имеет место быть. И когда в вашей жизни что-то происходит, я не говорю, что за все нужно благодарить кого-то. Но все, что в вашей жизни происходит, это происходит только благодаря вам. Если бы вас не было, то ничего бы у вас не происходило. Потому что все происходит у вас только лишь потому, что вы есть у себя. Это и есть легкость вашего сознания. Осознавайте это каждый момент. И каждый момент у вас будет наполнен, наполнен жизнью самого себя. Это единственное, что у вас есть. Больше у вас ничего нет. Насладитесь этим в полной мере. А я вас благодарю, что были со мной. Конечно же, будет здорово, если вы напишите какие-то комментарии. Поделитесь своими какими-то открытиями, осознаниями. И с огромным удовольствием мы с вами встретимся через несколько дней. Всех благодарю, всем спасибо, присоединяйтесь к марафонам. Всем пока.